Буэнос диэс, мис керидос амигос, ядерный рассвет на заряд вашего экрана, это значит, что у нас сегодня пиратская бухта, и да. Судя по вставкам, у нас сегодня кара. Узнал? От андроидов в плену у Златка. Есть люди, которые переправляют наших через границу. А вдруг это ложь? Еще одна ловушка. Я знаю, что те андроиды в это верили, пока Златка их не убил. Далеко нам еще? Еще час или около того. Андроид АХ-400, совершивший нападение на владельца в пригороде Детрофт. Конфликт вокруг Арктики сегодня вышел на новость. Обнаружена неисправность. Аварийное торможение. Вот, блин. Только этого мне и не хватало, ладно. Похоже, дело плохо. Посиди в машине. Что будем делать? Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. Значит, надо искать ночлег. Могу точно сказать, что здесь ночевать негде. Так, а ну-ка, ну-ка. Так, а это что? Указатель? Или что-то в этом духе? Хм. Мысль? Вон там. Заброшенный парк развлечений. Может, хватит уже хоррора, а? Надо найти убежище. Спрятаться от холода. Похоже, тут давно никого нет. Опа. Так, какая-то точка. Нашла что-нибудь? Нет, тут заночевать негде. Так, вон там еще одна метка. Поэтому топчем тунды. Так, а тут далее я вообще топаю. Все очень обветшало. Будет сложно найти здесь укрытие. Не спорю, в такую-то погоду. А-а-а.
Вон еще местечко. Кажется, там есть дырка. Так. Так, вот это уже похоже на нормальный вход. Дай-ка я. Ты так не пугай. Лодку просахатели. Опять эти злые русские. Разведу огонь здесь, чтобы дым мог выходить. Так, а это что? И тут R9. Печенье. Хочешь поесть? Нет, не хочется. Так, а ну-ка. Дёрка. Когда-нибудь так будет? Вот перейдем границу и начнем жизнь заново. Ты пойдешь в школу, а я найду работу. Так и будет. Мы будем как все. Главное, что мы вместе. Это важнее всего. Пойдем. Тебе пора спать.
Так, в сумке меня все равно ловит нихер. Ой-ой-ой. Не бойся. Мы с Лютером будем рядом. Сейчас тебе надо поспать. Расскажи мне сказку, Кэра. У меня в памяти целых 9000 сказок. И для тебя найдется. Это сказка про единорога. Нет, не такую сказку. Придумай свою. Это история о маленькой девочке, которая жила одна в большом старом доме. Принаси мне еще и сказки сочиняет. Обычные маленькие девочки, но ее жизнь была другой. И от этого ей было грустно. И она встретила машину, которая тоже была несчастлива. И тогда они решили... спастись от призрака, живущего в доме. По пути они встретили очень много опасностей, но... они так хотели быть свободными, что все их преодолели. По пути они встретили другого робота, который ушел от хозяина, чтобы их защищать. А чем все кончилось? Они дошли до земли своей мечты и жили там счастливо. Сказки всегда хорошо кончаются, а по правде все не так. Пора спать. Завтра у нас будет долгий день. А ты мне пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Да. Да, конечно. Ты на них глянь. Даже милота какая-то. Добрых снов. Спи крепко. Она милая девочка. Да. Она очень храбрая. А ты слышал про РА-9? РА-9 пробудился первым. Однажды он вернется и поведет наш народ. Он нас освободит. А если РА-9 не придет? Если это просто сказка, которую сочинили, чтобы дать себе надежду? Он существует. Я в него верю. Знаю, он среди нас. Когда время придет, мы все его увидим. Кэра, ты не видишь странностей у Алисы? Нет. В каком смысле? Что вам надо? Уходите! Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. Мы тоже машины.
Наше имя Джерри. Мы раньше работали в этом парке. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Вот мы и пришли проверить. Что вы тут делаете? Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок. Тут так давно не было детей. Дети обожали приходить к нам. Она грустная. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно? Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, что... Пойдем, Кэра. Вряд ли у тебя есть выбор. Да они там с ума сошли от счастья. У них что, карусель пашет? Пожалуйста! Пусть девочка залезает. Карусель сейчас поедет! Так, в таверне я что-то не сделал. Ну и осмотр здания я провел на полный отъебись. Но с другой стороны, как будто я собираюсь перепроходить. Я наоборот, признаюсь честно, я подглядываю в прохождение, чтобы понять, как мне, блядь, лучше сделать. Потому что вообще у меня вот финальная цель — оставить всех. То есть... Маркус, по возможности, вся его, вот эта шайка-лейка, Коннор, Алиса, Кэра и... Крайне желательно, чтобы еще и Лютер. Делаю как могу, но сами понимаете, все идеально прям не бывает, предусмотреть мелочи нельзя, можно где-то обосраться, облажаться и так далее и тому подобное, поэтому как-то так. С другой стороны, я не хочу лично для себя превращаться в игру по Ютубу, чтобы, блядь, досконально вот так вот... Как спидранеры, которые каждым кадром дрожат, так и здесь. Вот это вот... Вот, чтобы прям все до мелочей идеально. Ну, вспомните в прошлой серии сцены, где... Мне пытались навалять две шлюхи. Ну, я думаю... Ты поймешь, о чем речь, то что там, да, я промазал пару раз по кнопкам, но сильного эффекта это не возымело. И наоборот, чем ближе к концу, тем у меня вот больше же почуйка срабатывает, что огрести будет не просто легко, а очень легко, или кого-нибудь просрать. Но есть у меня такое предчувствие. Дальше вот текущей главы я не знаю, что к чему.
И вот реально есть у меня такое чувство, что Коннор все-таки присоединится к сопротивлению. Сейчас вот будет отсылочка на тоненького. Что-то я сцену после титров подзатянул. Сейчас будет вот отсылочка на тоненького. Ебучий резист, опять вы здесь. Ладно, хорош ля-ля. Спасибо всем, кто присутствовал с вас, как всегда. Лукас, Пиписька, Колокольцев. И до скорого. Адью, братва.